Руслан, это первые ваши старты и какие вот ваши первые впечатления были? Ну, первое впечатление очень хорошее. Мне понравился город, понравилась обстановка, очень доброжелательные люди. И погода радует, тепло, хоть и идет дождь. Отлично. Сегодня ты победил в квалификации. Что помогло тебе победить? Как происходила борьба? Какая трасса? Вот расскажи немножко. Ну, трасса легкая, по сравнению с которым я бегал. Благодаря стрельбе я выиграл. Что можешь сказать о соперниках, об уровне их подготовленности? Ну, уровень их подготовки слабый, довольно слабый, и с ними соперничать очень легко. Понятно. Завтра будет основной старт, как думаешь, каковы твои шансы победить? Ну, там будет много хороших соперников, и думаю, у меня хорошие шансы победить. Ясно, удачи, спасибо.